А вот России яблоневый цвет, и соловьи, и песня, что не спета, и с давних пор в душе сомнений нет, весенней быть обязана победа! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале накануне замечательного юбилея, 70-летия Великой Победы. В эти весенние дни мы чествуем ветеранов, тех, кто воевал на фронтах, тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто испытал ужасы фашистских концлагерей. Для вас в эти дни наши самые теплые слова, самые искренние пожелания, цветы и подарки. И одним из подарков является вот этот сольный концерт Елизаветы Антоновой. Кто же такая Елизавета Антонова? Талантливая девушка, выпускница лицея номер 65, выпускница детской школы искусств номер 13. Ныне студентка отделения сольного народного пения колледжа Российской академии музыки имени Гнесиных в городе Москва. Стипендиат Воронежского отделения Российского детского фонда. Стипендиат Международного благотворительного фонда Юрия Розума. Лауреат премии правительства Воронежской области. Петь Лиза начала с 3 лет. И главными в ее репертуаре всегда были и остаются русские народные песни. Для вас звучит народная песня «Под дугой колокольчик поет». Концертмейстер Ольга Чуркина. Thank you.
словно радуга живая, в ярких красках расцвела, огневая, вихревая, пляска русская пошла. И руки, крылья распластались, а из-под ног огонь, огонь. Да можно русских нас представить без русской пляски под гармонь? Для вас танцует лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии Василия Кубанева, народный коллектив ансамбля танца «Русь», руководитель Сергей Круцкий. Встречает! Thank you.
Давай забудем обо всем на свете и песню русскую споем без модных ритмов, без острот, ту, что всегда поет народ. От радости или от тоски, или сердце рвется на куски, душа запросит вдруг мелодии, что до сих пор живут в народе, без брендов, имиджей и моды, от русской сущности, природы, живут на свете песни эти, и лучше нету их на свете. Елизавета Антонова, народная песня «Ой, у вишневом саду».
Самым первым и самым главным учителем Лизы была и остается ее мама Елена Антонова. Елена Александровна работает в детской школе искусств номер 13, преподавателем, руководителем ансамбля «Родник». И она воспитывает таких же талантливых детей, как и ее дочь. Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля «Родник» детской школы искусств номер 13, обладатель гран-при, лауреат международных и всероссийских конкурсов Погрешаева Екатерина, русская Матаня.
растут в детской школе искусств номер 13. У Лизы много друзей. И следующий номер она исполнит замечательным человеком, журналистом, организатором фестиваля бардовской песни «Парус надежды» Ларисой Дьяковой. Встречайте! Я поцелую, я не покрою.
своевременно оказать помощь. И помогать можно по-разному.
можно сделать благотворительное пожертвование в фонд помощи детям. Можно вот таким же образом, как Лиза Антонова, дарить свой талант на благотворительных концертах. Можно сдавать кровь. Можно стать волонтером и участвовать в самых различных акциях. Например, Лариса Дьякова и ее студенты тоже участвуют в наших мероприятиях как волонтеры. Волонтерской помощи всегда не хватает, поэтому если кто-то из вас готов стать волонтером, мы будем очень рады. И еще я хотела бы сказать, что сегодня возле входа установлен ящик для благотворительных пожертвований для детей, проходящих сейчас лечение от онкологических заболеваний. Поэтому все, кто может помочь, будем очень рады. И, конечно же, здоровье за деньги не купишь, но за деньги можно спасти жизнь. Спасибо. Наш сегодняшний концерт посвящен Дню Победы. 1418 дней и ночей длилась самая страшная война. 27 миллионов отнятых жизней. 2500 километров от Москвы до Берлина. Это если по прямой. А если по-пластунски, перебежками, это долгие 4 года. Это значит 7500 убитых на каждый километр. Пусть от первого дня победы отделяет нас столько лет. Слишком горькими были беды, слишком тяжкий остался след. Благодарна память народа и навеки ему дана помнить эти 4 года и погибших солдат умена. Им свободу и жизнь отстоявшим, защитившим планету, им наша светлая память павшим, наша слава и честь живым.
Я снимаю, и в небесах не сбиваю все.
руководитель Сергей Круцких. Thank you.
Thank you.
Ярослав Овдин.
Любовью, но так и не стало. Это могло быть любовью, не
если бы слова найти я смог, и тебя тогда не отпустил. Сбудутся, 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 сбудутся,
А сейчас я хочу пригласить на сцену ансамбль народной песни «Родник» детской школы искусств номер 13, а также тех людей, которые много сделали для того, чтобы Лиза состоялась как певица. Прошу подняться на сцену начальник отдела дополнительного образования, управления культуры, администрации городского округа город Воронеж Раста Карловича Шахбакова, начальник отдела по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы Ленинского района Ковалева Сергея Васильевича и, конечно же, директор детской школы искусств номер 13 Маркелова Юрия Григорьевича. Лиза, выходите. Добрый вечер, дорогие друзья. Приближается, нет, не один из самых главных, а именно самый главный праздник для нас всех, для наших людей, для нашего народа – День Победы. Он самый главный потому, что если бы не было этого праздника, наверное, не было бы никаких и других у нас праздников. Поэтому я, во-первых, хочу воспользоваться этим случаем и от имени администрации города, от имени главы города, от имени управления культуры поблагодарить всех ветеранов, присутствующих на этом концерте. Еще и еще раз сказать им огромное спасибо и низкий-низкий вам поклон за ту радость, за ту жизнь, которую вы нам дали. Спасибо вам огромное. Пожелать вам крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни и хорошего настроения. И, конечно же, поблагодарить Лизу за эту представленную для нас возможность, сказать ей большое спасибо за наш замечательный концерт. Конечно, поблагодарить ее маму, Елену Александровну Антонову, за тот труд, за тот высокопрофессиональный труд, который она уже много лет воспитывает детей, высокопрофессионально и прививает им любовь к русской песне, к русской музыке. Спасибо вам всем огромное, всего вам самого-самого доброго. До самого доброго. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в исполнении Лизы Антоновой состоялся первый сольный концерт в городе Воронеже. Это очень важно, именно из Воронежа ее родник, ее творчество, из детской школы искусств номер 11. 13. Вернее, 13, прошу прощения. Спасибо уже маме сказали, спасибо надо бабушке сказать. Большое. Да. Замечательно, так сказать, помогает восходящей звезде. Сегодня прозвучали, ну, наверное, девичьи песни о любви, о дружбе, о родине в исполнении восходящей звезды. И я желаю большого творческого пути. Спасибо. Уважаемые любители русских песен, мне очень приятно, что мы вновь и вновь встречаемся с нашей бывшей выпускницей Елизаветой Антоновой. Не зря мы ее когда-то наградили званием заслуженной артистки нашей школы. Она достойная комиссия. Лиза своего рода как маячок. Вот то молодое поколение, как из ансамбля «Родник», который вслед за ней идет прям по стопам, она является маяком. И они все за ней стремятся достичь вот тех высот, которые Лиза сейчас уже имеет. Лиза, спасибо тебе большое за сегодняшний концерт, очень замечательный, верю, тем более такого святого праздника. Здоровья тебе, терпения и, конечно, всем нам мирного неба над головой. Хочется также поблагодарить администрацию дворца, которая предоставила замечательную сцену, помогли на этом в организации. И, в общем, мы надеемся, Лиза, что мы еще с тобой встретимся с концертом. Thank you.
шаги в искусство. Именно здесь рождались мечты о большой сцене, о концертах. Именно здесь родилось стремление нести людям радость. Слова и музыка Елизаветы Антоновой. Мечта моя. Расскажу я вам.
хотела в завершении уже своего концерта в первую очередь поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за нашу жизнь, за наше мирное небо над головой. Если бы не вас, не было бы нас, не было бы этой прекрасной жизни на земле. Спасибо вам, низкий вам поклон. Бабушке и маме.